вчера не показала, сейчас показываю. Мы пришли на обед. Вот, мы приняли душ и все такое. Отдохнули немножко. Сейчас у нас обед. Ну, обед-ужин. Потом свободное время. Обязательно фото и видео из лифта, так сидела. Блять, извините, я просто, ну, первый раз, блять. Вот это все, вот это надо вообще-то, так положено. Мы поели. Ням-ням. Давали рассольник, в общем, потом и картофельную запеканку с мясом. И со сметанкой. Кто смотрел этот Артур Пирожков, этот самый Comedy Club? Что, просто пельмени? Не просто пельмени. Со сметанкой. Что пить будете? Пиво 0,33. 0,5. Ты такой девушки. Красавица и 0,5 не жалко. А вы что будете? А я буду шардоне вот 1800 какого-то. Всем привет еще раз. Баба на чайник в эфире. Подкосим немножко под Инну Судакову. Как она там? Ну, кто смотрел, тот знает, ладно. В общем, времени сейчас 8:30 вечера. После ужина мы отдохнули полчаса и пошли гулять по Невскому. Мы зашли, значит, в один очень интересный магазин, кое-что там приобрели. Взяли сувениров, взяли себе в кондитерской вкусняшек. Вот, сейчас будем смотреть, что идет по телевизору. Погуляли, и вообще за сегодняшний день мы находили 14 километров. Вот такие вот дела. Вот, 16 тысяч или 19 тысяч шагов получилось, я уж сейчас не помню. Но, в общем, чувствуется, что живой. Очень интересно, программа реально очень насыщенная. Мы ни разу не пожалели, что вот поехали. Вот, мы уж идем по Невскому, так это туда, это сюда, мы уж так все выучили, название, так примерное расположение. Ну, очень, конечно, интересно. Завтра у нас по плану завтрак, потом мы собираемся и едем в Царское Село, в Гатчину. Вот, такие вот дела. Ну, на сегодня, наверное, все. Этот день подходит к концу. Вот, завтра буду снимать. Я снимаю, я не знаю... Когда я буду монтировать, слышно ли там что-то, я, наверное, буду накладывать музыку, вот, потому что я снимаю, то есть, вот, что мы видели, так, ну, стараюсь все, но получается не все. Мы, на самом деле, очень много пересмотрели за эти 2 дня, вот, прям вот очень. Мы съездили весь центр вдоль и поперёк, получается, в Петергофе были, тоже весь прошли. Вот, и вот, очень много информации, очень много впечатлений. Вот, побывали очень много где, так что вот такие дела. Ладно, всем удачи и всем пока-пока временно. Будет день, будет пища. Вот, всем до завтра. В общем, снова здрасте. В общем, дело в том, что мы сидели, выпивали шампанское, и нам показалось мало. И мы пришли на Невский в салон грузинского вина. Вот. И сейчас будем пробовать настоящий Гинзбург. Дайте ваш комментарий по этому поводу. Я Костя могу сказать. Мы сегодня не податели. Больше, чем за 2 месяца до этого. Ну, я это уже чуть-чуть рассказывала, да? Так что без подробностей. Ну, я так, вкратце, да, потому что подробности рассказывать нельзя. Я не знаю, как это все отдавать будет, но мы сегодня, в общем, решили выпить маленько. Завтра вечером уже домой. Ночью. Ну, я тоже это сказала. Ну, уже. Да, да. В общем, вот как вам поездка в Петербург? Это какое-то безумие просто, куда я попала? Это реально безумие, конечно. Что тут выезжать? Вроде ну, ничего такого не происходит. Ну, тебе нравится? Конечно, классно, да. Ну, самое главное. Вот Невский проспект там за окном. Очень классный интерьер. И мы.
В общем, как-то так. Чем вечер закончится, где мы не знаем. Вот. Ну, в общем, вот. Ну, давай. Попробуй. Да, ставлю. Здесь очень красиво, атмосферно. Вино очень-очень хорошее. Посмотрите, какие ноты. Я не знаю, видно вам будет или нет. Ну, тут не очень-то видно. Ну, хотя вот так видно немножко. Ножки шикарные. Прям виноград. И вот чувствуется такая небольшая кислинка. Нету привкуса вот этого противного спирта, как вот из покупного вина, да? Ну, то есть из вкуса понятно, что оно вот готовилось так, как надо. То есть вот это вот брожение, вот, ну, блин, вино классное, конечно. Мы решили заказать себе хинкали с бараниной. Вот, и, наверное, повторить. Вот так. Классное место. Салон грузинских вин на Невском проспекте. Рекомендую. Ну да, Лис, расскажи что-нибудь. Заходите, угостите. Спасибо большое. Спасибо. Прям вообще с полужару сейчас будем пробовать.